Это видео сделано по просьбе одного лахтинского придурка под ником Начпо. Запускаем браузер. Открываем страничку на его ветеранском сайте. И что же мы тут видим? А мы видим, что комментарии, которые, как он думал, затер, на самом деле прекрасно отображаются. Видишь, придурок? 44-й. Вот он. Если не видно, я тебе могу зум сделать. О. 44-й мой комментарий. 45-й тоже мой. Ты их затер, а вот они прекрасно видны. Но нас интересует вот этот комментарий под номером 46. А чем он интересен? А тем, что этот комментарий написан модератором, в котором он закончил дискуссию. А через 4 минуты трус Начпо его уже удалил. Но я успел на него ответить. И вот он, мой ответ. Под номером 47, где видно, что 46-й комментарий был написан модератором, и смысл его был в том, что дискуссия закончена. Как же так получилось, что идиот Начпо думал, что он затер комментарии, а их все еще можно посмотреть? А эта Начпо технология сыграла с тобой злую шутку. Называется кэширование. Браузер в первую очередь показывает не саму страницу, а копию страницы. Если браузер когда-либо видел какую-то страницу, он сохраняет ее копию. Так получилось, что я посетил эту страницу до того, как ты затер на ней наши комментарии. И браузер сохранил в кэше ее копию. Вот эту копию мы сейчас и видим. Ну что, придурок, ты до сих пор будешь блеять про Photoshop? Ты шулер, трусливый ссыкун. Всего доброго.